Мне сделали операцию, ходить мне нежелательно. Из-за этого июль недоразу, это, извините за выражение. Не пускают сюда даже такси. Я не ходячий больной, мне нельзя ходить. Еще 2 недели нельзя ходить. Пускать меня просто не пускают сюда машину, чтобы я нормально уехал. Сейчас разойдутся швы, кто платить будет. Бессовестная она. Пришли еще люди в приемную. Это не так, правда, пожалуйста.
Экологичен, к тому же этот человек здесь шумный. Ну и что? А забыла просто, она сидит приемная Авакова. Она должна знать, фирма она сообщила, что здесь приемная Авакова. Это не приемная Авакова, это кабина водителя. Ну и что? А он говорит, что кондукта нет. Вы обращаетесь в кабину водителя к водителю. Правильно, ну. Какие? Тогда задается вопрос. Нет. Скажите, пожалуйста, кто скажет? Скажите, кто? Там, куда вы ловите, кто? Там никого нет. Как нету? Так задается вопрос, а зачем же приемная депутата нужна, если он не работает? Так давайте честно скажем. Приемная депутата не работает для людей. 24 часа в сутки она работать не может. А задается вопрос, а зачем же жена тогда сюда приезжать хочет, если она не собирается работать? Может, для устроения провокации? Правильно. Правильно. Пожалуйста, будьте любезны, примите тогда выставку, это не протокол. Задайте вопрос, зачем же что-то устраивать? Я пошел в общественную приемную вашу. Ты же должен кто-то принимать. Как это не закрыто? Когда же она работает? Когда она работает? Скажите. Стоп, тогда задайте вопрос. А зачем же тогда привезли приемную, если она не работает? Если никто не знает, ну вам лично, вы же взрослые люди, вы же не больные, правильно ли? Вы здоровые, правильно ли? Нет, тогда задается вопрос, зачем приемно в любое время? Посмотрите, снимите, пожалуйста, молодые люди, снимите человека, у него маленькая там. Пусть полечит. Друзья, ведите Дмитриева. Здесь приемная, которая не пристраивает никого. Здесь приемная, которая не принимает. Так вы мне скажите, что не прием. Зачем? Вы правду людям скажите, что вы занимаетесь культом. Стоит знак, здесь место запрещено. Примите, составьте протокол. Хорошо, сейчас мы работаем. А в чем проблема? Вот мне скажите, до какой степени низость показываете вы, что вы не можете даже принять заявление, признав. А я это обращаюсь к тем, которые здесь стоят. Которые стоят и делают вид, подыгрывают, знаете, шестерочки, провокатор. Главное, это любитель провокатор, это Пахнит. Хотя он, на удивление, самый интеллигентный провокатор. Да. Захвату государственного учреждения Власенко призывал, и сейчас там находятся люди. Вы по 216 УПК передадите органам прокуратуры. А второе заявление относительно того, что здесь нет приемной. Вы это сейчас услышали от окружающих, которые сказали, что здесь нет приемной, тогда задолжение. На основании чего в неположенном месте остановился этот автомобиль, на то, что плохо трудно стоите. Здесь всем очень плохо. Ну, по крайней мере, нехорошо, так это плохо. Установить водителя, установить, если это приемная, кто здесь ответственный, приемные дни, часы, и все будет у нас официально. Я гражданин, который пришел в общественную приемную народного депутата с заявлением одним, а он пришел человек, у которого мать больна. Вот именно из-за этого вопрос. А кому это народный депутат послужит? А может он прислуживает так же сегодня? Своим отделом, они вошляют. Вам должно быть стыдно. Вам должно быть стыдно. Значит, на бабушек, бесстыжие, с бородакой со своими. И нагоняли людей, бесстыжие такие.
Это лучше, могу вам сказать. А это вам еще один пример. Вот милиция разберется как раз с половыми этими трудностями. Поэтому лучше иметь много жен, чем иметь нетрадиционную ориентацию. Посмотрите, как они поддерживают ориентацию этого человека. Вуаля, вуаля. Они все. Играть будешь сегодня? Уже играл. Уже? Хоть еще. Уже все разбежалось. Что тут вообще происходит? Сережа, добрый день, это Володя беспокоит вас ранее свобода. Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович Михайлович больше не будет подходить к этому? Задается вопрос, какая разница, вне зависимости, там, не там, она должна работать. Для чего же приемная депутата? Для работы, для приема граждан. А сейчас я. В автобусе. В автобусе приемная депутата. Ну тихо. Сейчас я. В интересах больных пациентов, то, что они еще с лета обращались относительно того, что нарушаются их права. Мы подготовлено заявление. Кроме всего, приехал парень из Минского района, у него мать сильно больна. Да? И мы пойдем в эту приемную, посмотреть, как она работает, как приемная и так далее. Но, к чему я дальше веду речь? Соответственно, любой депутат, вне зависимости от ваших политических пристрастий, от моих, неважно, от вашего материального статуса, там, от каких-то ваших должностей, обязан, во-первых, принять, рассмотреть и оказать содействие.